По поручению губернатора Сергея Морозова сегодня прошло заседание правительства. На повестке дня стояло 15 вопросов. Но началось совещание с поздравлений его первого заместителя губернатора Александра Якунина с годовщиной Октябрьской революции. В истории этот день отмечен еще одним событием. В 1941 году на Красной площади прошел парад, эффект от которого сравним с успешно проведенной военной операцией. Наша армия, советская армия под Москвой дала окружительные поражения, нанесла немцам, показав тем самым, что, будем говорить, мы непобедимы. После праздничных новостей перешли к трагическим событиям. Выходные принесли печальную весть из Ивановской области. В результате взрыва газового котла в одном из домов областного центра погибли 6 человек. Глава области распорядился обследовать все домовладения, использующие природный газ. Напомнил Александр Якунин о проверке условий пожарной безопасности социальных учреждений, в том числе и пожарно-сосганского детского дома. С предотвращением трагедии косвенно связан вопрос обеспечения населения природным газом по социальной цене. На прошлой неделе заключен договор с Татнефтегазом на поставку газа в Ульяновскую область. Уже прибыло 28 тонн, это ориентировочно 700 баллонов. На территории региона две организации уполномочены по обеспечению населением природным газом. Это «Газнефтесервис», 9 районов обслуживают, и «Ульяновск-Центргаз». На сегодняшний день в обоих организациях имеется в наличии газ. От газовых вопросов перешли к рассмотрению финансовых проблем. Область готовится к принятию бюджета на 3 следующих года. В этом году за счет федеральных поступлений удалось увеличить бюджет территориального фонда медицинского страхования на 100 миллионов рублей. В целом же об итогах бюджета за 9 месяцев отчиталась министр финансов Екатерина Буцкая. Не только обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню соответствующего периода 2015 года на 7 287,5 миллионов рублей или на 35,7%, но и выполнить все социальные обязательства перед населением нашего региона в полном объеме. Фактически поступления налоговых и неналоговых доходов составили 27 миллиардов 725,3 миллиона рублей или 83,5% от годового плана. Основные доходы получены от налога на прибыль организации и акцизного сбора. Регион уверен удерживает, соответственно, первое и второе место в ПФО по этим направлениям. Губернатор поставил задачу выхода на бездефицитный бюджет к 2019 году. То, что поручение выполнимо, заметно уже по итогам нынешнего года. Превышение расходов над доходами составило всего около 1 миллиард рублей. Акцизная тема на этом не завершилась. Впереди ждет принятие в ЗСО еще одного важного документа для отрасли. Торговые точки, где, допустим, нет доступа сети интернет, это наши торговые объекты, которые не имеют возможности подключиться, допустим, мы будем наделяться полномочиями с тем, чтобы на федеральном уровне будет формироваться такой список, а не на областном. Это организации, которые осуществляют розничную продажу алкогольной продукции. Исполняются поручения не только губернатора, но и президента России Владимира Путина. На августовском заседании Президиума Госсовета глава страны дал поручение заняться восстановлением санитарно-курортного комплекса. Мониторинг выявления природно-климатических территорий региона, которые потенциально могли бы использоваться как лечебно-оздоровительные местности и курорты, в соответствии с федеральным законом номер 26, показал, что такими территориями являются Ундро-Ульяновского района, а также Николаевский район. Кроме того, на территории муниципального образования Новоспасский район в муниципальной собственности выявлены неиспользованные земельные участки в селе Репьев, разрешенные для использования под строительство Центра восстановительной медицины и реабилитации на базе источников радоновых минеральных вод. Кроме того, в области готовится изучить лучшие отечественные мировые практики привлечения инвестиций в санитарно-курортную сферу. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.